Вот одна такая маленькая выброшенная батарейка может навсегда заразить 20 квадратов земли. Это площадь целой комнаты. Или 400 литров воды – это один надувной бассейн, 4 ванны или 100 кастрюль. А сколько таких батареек в вашей повседневной жизни? А сколько еще других опасных отходов вы выбрасываете, не осознавая масштаб ущерба? К счастью, правильно утилизировать опасные отходы несложно. Вбейте в поисковике ближайшие к вам пункты приема. Присоединяйся к эко-марафону прямо сейчас. И только ты выбираешь, токсичный ты человек или нет.